я хочу вам рассказать о своих любимых марках лаков для ногтей. Все вот эти лаки для ногтей можно, в принципе, найти до 100 рублей за пузырек. То есть, мне кажется, это отличная цена за лак хорошего качества. Именно поэтому я решила с вами и поделиться своими наблюдениями. И первая марка, о которой я сегодня хочу поговорить, это марка Platinum. Вы от меня про эту марку слышали уже не один раз, и это не зря. У линейки этих лаков огромный выбор цветов и текстур. Именно этим они мне очень нравятся. В целом, я бы сказала, упаковка нейтральная, ничего не могу сказать про нее там супер-мега стильного, но одновременно с этим не какая-то дешевка, как мне кажется. Вполне себе симпатичный такой стандартный вариант оформления лака. Вот этот лак — это просто один из моих самых любимых из этой линейки, потому что он дает текстуру какого-то бриллианта необработанного, наверное, на ногтях. Все сводчи лаков у меня обычно есть в моих социальных сетях, если вам интересно, заходите, заглядывайте. Всегда там выложены все мои маникюры, детально все цвета можете рассмотреть, если вам интересно. И конкретно этого лака там тоже есть свой. Хочу сказать о лаках Platinum 60 секунд. Я так понимаю, это одна и та же марка, но упакованы они почему-то в другие пузырьки, и называются они не просто Platinum, а Platinum 60 секунд. Например, Platinum Aroma. Эти лаки пахнут, честно, не фанат запаха, пахнут как-то странно, я не знаю, какой-то химическими цветами, смешанными с карамельками, я не знаю, как это объяснить, но не фанат запаха, но цвета. Вот посмотрите на этот пастельный, не знаю, как это, голубой, не голубой, что это за цвет. Обожаю такие цвета, которые не могу даже назвать, определить. Очень необычные, редко встречаются, и вот у этой линейки лаков очень есть интересные такие какие-то сочетания цветовые, которые я больше нигде не видела. Вот этот я вам показала, синий, который один из моих любимчиков. Вот этот вообще, я не знаю, что они туда понамешали, какой-то цвет лица Шрека, и намешан туда мелкий-мелкий, какой-то миллиметровый такой пыльный черный глиттер, который на ногтях смотрится, как будто у вас киви разрезаны. Такой классический шиммер красный на Новый год, часто его используют. И продолжая тему платинумов, поговорим о лаках Angel. Хоть и называются они Angel, но это все тот же платинум, потому что изготовитель все тот же Platek, по-моему, это ООО называется в Москве. Это платинум. Ну, то есть это другой брендинг, но по сути это лаки той же самой фирмы, только другие линейки, скажем так. Опять же, у этих линеек есть те цвета, которых нету платинума и которых нету платинума 60 секунд. Поэтому, как вы видите, я являюсь обладателями всех трех линеек этой фирмы. Angel знаменит для меня своими голографиками. То есть у них огромный выбор голографиков на любой вкус, темные, светлые, какие хотите, глиттерные, мелко помолотые. Абсолютно вообще выбор безграничный. Этот цвет очень интересный. Это такое золото мелко шиммерная, с глиттером и, по-моему, даже чуть-чуть с голографиком. У него текстура очень похожа на вот этот бриллиантовый лак, о котором я вам говорила, но не такая. Но очень классно. Вот здесь тоже такой интересный голографик, там какие-то куски глиттера плавают, но более мелко помолотые. На ногтях просто шикарно смотрится. Вот. Ну и классический серый такой, космический, я бы сказала, голографик тоже интересный, тоже как акцентный ноготь хорошо смотрится, но он не смотрится перегруженно даже в маникюре на всех ногтях. И особенно хочу отметить вот этот цвет. Это фиолетовый дуохром. И он является абсолютным аналогом лака от Aurelia. У меня есть, по-моему, называется черничное что-то. Черничное варенье или что-то такого плана. У меня тоже есть сводчи на эти лаки. До того, как я купила вот этот лак, аналогов Aurelia я не знала. Серия Aurelia стоит 350 рублей, по-моему, за пузырек. В этом, конечно, поменьше объема, чем в Aurelia, но цвет тот же самый. Вот тот же самый цвет. Я пробовала красить даже целую руку лаками от Aurelia, там, на двух ногтях, грубо говоря, и на остальных двух вот этим. Я не увидела разницы. Поэтому стоимость в 3 раза меньше, а эффект тот же самый. И завершая разговор о лаках фирмы Platinum, хочу еще сказать, что они все являются лаками Big 3 Free. Что такое Big 3 Free? Это лак, который не содержит формальдегида, толуола и дибутилфталата. Что это вообще за вещи и зачем вам это нужно знать? Это химические соединения, которые вы не хотите вообще иметь в своих лаках. То есть они, если вы носите лаки, которые содержат эти соединения, потом со временем они начинают
так как все-таки ногти, они на вас растут, эти слинения начинают через лак проникать в ваши ткани, накапливаться там и вызывать не очень хорошие вещи, которые вы не хотите, чтобы они вызывали. Следующие лаки фирмы Rio, и они опять же Big Tree Free. Тоже прекрасная вещь, как я вам уже объяснила, почему это важно. Лаки Rio тоже русского производства, насколько я знаю, и они тоже отличного качества. Выбор цветов у них просто невероятно огромный. Как вы видите, это такой желтый вот с этим эффектом перепелиного яйца. Классный цвет, опять же, сводчи его у меня тоже есть. Такой же у меня есть розовый, я бы сказала, такой как клубничный йогурт, тоже вот плавают там какие-то шоколадные крошечки. Синий металлик, который просто, не знаю, вызывает во мне внутри какие-то экстатические восторги. Я постоянно смотрю на свои ногти, я обожаю этот лак. По стойкости они очень разнятся. То есть вот этот металлик я ношу, бывает, и 4 дня без сколов. Но есть у меня лак, здесь я вам его не буду показывать, серый из этой же серии, скалывается на второй день. Не очень приятная, конечно, вещь, но тут никогда не угадаешь. Нужно пробовать. К счастью, в большинстве случаев они все-таки держатся достаточно долго. Непонятный космический цвет, тоже дуохромит, из розового в зелено-серый, такой переходит очень интересный, такой как жучиная спинка. Очень классный зеленый цвет, на ногтях смотрится фактически так же, как синий, но только это глубокий зеленый такой. Очень классно смотрится в период праздников, если комбинировать с красным и белым, такое сразу ощущение, елочка, Новый год, не знаю, как, по крайней мере для меня. Очень интересный цвет, вот я бы даже сказала, что это какая-то античная бронза с зеленоватым чем-то, тоже дуохромит, тут такой шиммер. Ну, в общем, металлики вот у этой именно фирмы, это просто моя любовь. Не так сильно кремы, крем у этой фирмы я прям не любитель, но металлики у них офигительные. Поэтому конкретно к металликам этой фирмы очень советую присмотреться. Завершили мы с Rio, переходим теперь мы к лакам, которые я просто обожаю. Я их тут все обожаю, естественно, я бы не говорила о них, если бы я их не обожала, но эти лаки, лаки Eva. Лаки Eva продаются в Ривгоше, их можно урвать за 89 рублей по распродаже. Так они обычно стоят больше 100 рублей, но так как фактически почти всегда в Ривгоше распродажи, и опять же, если иметь карточку, можно еще дешевле купить, поэтому я их сюда включаю и считаю, что их все-таки можно купить до 100 рублей. Лаки Eva обладают просто офигительным качеством. То есть платинум бывает иногда встречаются, ну да, не очень. В Rio тоже кремы иногда там плешивые бывают. Но в целом, да, там, как я сказала, металлики классные. Eva, ни одного лака не было, который меня подвел. Ни единого. У них вышла новая коллекция, где есть матовые, невероятные какие-то пастельные цвета. Я пришла, скупила там пол коллекции этой лей. Ушла довольна очень. Лак такой baby blue, я бы сказала, с белым глиттером внутри, но глиттер не блестящий, это просто какие-то микрочастицы белые. То есть тоже вот этот эффект яйца, но не черного, а теперь белого. Очень классно смотрится на ногтях, очень нежно, очень так прямо, обожаю этот лак. Я слово обожаю, наверное, за это видео повторю 1000 раз, но я ничего не могу с собой поделать, я обожаю эти лаки, я вообще обожаю лаки. Если честно, вот каждый раз, когда я крашу ногти лаком, который мне нравится, я хожу и пялюсь на свои ногти просто беспрестанно. Я хожу их фоткаю, наверное, у меня больше селфи моих ногтей, чем меня самой, когда мне нравится мой маникюр. Essence знаменита не только своими румянами, но и своими лаками. Они сделали такой ребрендинг, раньше лаки Essence выглядели вот так. Сейчас они выглядят вот так. Прекрасные текстуры, держатся долго, объем не такой большой, но для тех, кто не любит большие лаки, и для тех, кто не такой прям мега лакоманьяк, мне кажется, это отличный вариант. Там на 10 покрасов, наверное, точно хватит. Этот цвет конкретно очень интересный, очень классный, тоже такой дуохромистый, такой, я бы сказала, океанистый какой-то, такой отпускной, на педикюре очень красиво смотрится, металлический персик. Тоже с золотистым шиммером, если увидите, очень рекомендую, на ногтях очень интересно смотрится, на загорелой коже такой, чуть потемневший, очень по-летнему, очень так нежно, приятно выглядит. И вкратце скажу о двух лаках из осенней коллекции Essence этого года.
Лаки эти являются термолаками. Что это значит? Они меняют свой цвет в зависимости от температуры, в которой находятся ваши ногти. Если вы находитесь дома, у вас ногти, например, одного цвета, потому что тепло. Если вы выходите, если это зима или осень или еще что-то такое, у вас ногти начинают темнеть. Персик. Этот переходит в пыльную такую розу, этот переходит в темный лайм. Я всю зиму с ними игралась, запихивала свои ногти в снег и была очень мега этим довольна. Поэтому, если кто-то хочет что-то попробовать нового, обратите внимание на эти лаки. Я их еще видела в Санге Стиль в сети магазинов. Вот эти именно лаки еще видела в продаже. Итак, на этом, я думаю, я буду завершать, потому что о лаках я могу говорить бесконечно. Сейчас я вам сделаю такой, как бы сказать, краткий обзор просто на те фирмы, которые я коллекционирую и которые я считаю просто отличным сочетанием цена-качество. И опять же, они очень доступны, то есть их можно в шаговой доступности приобрести в каком бы городе России вы ни жили. Вот это не какой-то China Glaze или OPI, который стоит там 500 рублей в какого-нибудь Эльдебате, да, или если из Америки заказывать, можно чуть дешевле заказать, но вы понимаете, о чем я говорю. Это бюджетно, но качество не уступает, еще раз повторюсь. Спасибо за просмотр, девчонки, всем отличного настроения, ярких лаков, кремовых лаков, глиттерных лаков, пастельных, вообще любых лаков, которые поднимают вам настроение и заставляют вас улыбаться и чувствовать себя счастливыми. Всех люблю, целую, обнимаю и до скорых встреч. Пока!